В чем основная разница между странами России и США? Вот такой вопрос мне пришел в голову, и я решила поделиться с вами некоторыми мыслями, потому что, мне кажется, есть четкая вещь, которую американцы и русские делают немножко по-другому, что в корне меняет дело вообще в развитии страны, в самоощущении, и, в общем-то, вся история наших стран идет, так скажем, не то чтобы параллельно, но немножко в разные стороны. И сразу хочу сказать, что нет такого, что есть что-то правильное, неправильное. Каждый делает выбор в пользу того, что как исторически сложилось, что есть у нас на менталитете. Но все-таки мне хотелось поделиться некоторыми мыслями с вами и увидеть, согласны вы или нет, может быть, у вас какие-то мысли появятся по этому поводу. Так вот, разговаривала я со своей подругой по телефону, и мне пришла эта гениальная, как мне кажется, идея, точнее не идея, а просто ощущение, в чем же все-таки разница между США и Россией, да, то есть русским менталитетом и американским менталитетом. Скажу сразу, интригу долго держать не буду, а разница в русском и американском менталитете заключается в том, что когда делает что-либо русский человек, то он всегда ожидает критики, и он, самое главное, ожидает осуждения. Вне зависимости, что бы ты ни делал, тебя всегда осудят за что-либо. И вот это ощущение, то, что сейчас скоро меня будут осуждать, оно, в принципе, меняет в корне любой процесс, любое видение вещей и самоощущение. В то время как в Америке, как мне кажется, конечно же, мы говорим о в целом, да, понятно, что есть разные люди, разные отношения людям к вещам, но в целом здесь изначально люди приняли такие принципы в этой стране, что тебя не осудят ни за что, ни за твой цвет кожи, ни за твою религию, ни за твою выражение себя. Ну, понятно, что все мы говорим об идеальных представлениях, понятно, что бывает дискриминации и все что угодно, да, мы сейчас можем наблюдать все это на медиа, но в целом, вот в корне, все равно, когда ты захочешь что-то сделать здесь, в США, то ты сильно не задумываешься о том, что подумают люди. И ты делаешь это для себя, потому что тебе это хочется. Когда в России ты что-то делаешь, ты всегда делаешь с размахом на то, что, о, так, наверное, это я делать не буду, потому что, или наоборот, сделаю, потому что это неудобно, что обо мне подумают. Например, по себе чувствую, знаю, что когда, допустим, я знаю, что ко мне придут люди в дом, то я, скорее всего, очень быстро начну убираться, хотя я себя потом спрашиваю, убирай, почему ты не считаешь, что ты важна, вот лично для тебя тоже, ты, чтобы дома было чисто, почему ты делаешь для тех людей, которые придут в дом? Может быть, потому что я хочу, чтобы люди подумали обо мне лучше, чем я являюсь? Вопрос такой, но с другой стороны, я не хочу себя выдавать за того человека, кем я не являюсь, если у меня на сегодняшний день двое маленьких детей, это просто невозможно, чтобы у меня дома был постоянный идеальный порядок, это моя реальность, и, скорее всего, американец не будет перед вашим приходом там что-то вылизывать свои углы, как делают, как правило, русские люди, потому что они не боятся осуждений, они не боятся быть собой, и это тоже, как я уже сначала видео сказала, что я не буду говорить что-то плохое, что-то хорошее, потому что в том, когда люди, допустим, не боятся быть собой, то здесь очень большая идет четкая разница между именно вот таким коллективизмом, который был создан Советским Союзом в наших постсоветских странах уже сейчас, и тот индивидуализм, который так хорошо и сильно развит здесь, в США. То есть человек чисто думает только о своих надобностях, и это как бы и да, и нет. Было бы здорово, конечно, если бы эти два мира объединить в одно, чем мы и занимаемся. Я очень надеюсь, что мой канал помогает именно вам понять, что можно взять от американского культуры, народа, менталитета, чтобы здорово было оставить свое русское, свою глубину, свою истину, свою правду какую-то, свое видение вещей, и скомбинировать это в такой вот, знаете, как, ну,
уникальный, создать даже для самого себя самоощущение. Чувство того, что тебя осудят, не дает тебе спокойно жить. И тебя это сбивает в рамки, тебя это заставляет быть тем, кем ты не являешься. Это очень удобно, что люди будут, допустим, для правительства, это очень удобно, что мы будем все очень похожи и одинаковые, потому что у нас будут одни и те же, одно и то же восприятие жизни, как кажется, но на самом деле это невозможно, поэтому очень многие люди будут страдать от этого, и бизнес в целом будет страдать, потому что нет какой-то индивидуальности. Что касается Америки, этот индивидуализм, как бы в идеале он как бы существует, но его как бы и нет. Да, конечно, если сравнивать Россию с Америкой, то здесь он более развит, конечно же, здесь больше есть возможности, что тебя услышат, или, возможно, тебя не осудят, но, с другой стороны, здесь тоже, конечно, все не так безоблачно, как кажется. Целью этого видео было напомнить о том, что кажется всегда, что соседский газон более зеленый, и что я делаю недостаточно, но мне бы хотелось призвать вас больше к такой идее, что нужно не забывать, что мы все очень индивидуальны, что мы должны ценить тем, кем мы являемся, прислушиваться к себе, но не забывать, что есть всегда куда стремиться, что, чему у других научиться, что у других позаимствовать. Я не вижу ничего плохого в том, что мы, допустим, представители русского народа, культуры, менталитета, позаимствуем какие-то достаточно, ну, адекватно позитивные вещи, такие как такой здоровый индивидуализм, и постараться, во всяком случае, первый шаг к тому, чтобы мы это сделали, такую комбинацию русского и американского менталитета, то, во всяком случае, постараться не осуждать других. Вот если вы видите, что делает кто-то что-то по-другому, но вы не знаете никогда, что сподвигнуло человека поступить именно так. Поэтому нужно не забывать, что мы осуждаем других только с точки зрения своего опыта, но у другого человека есть свой опыт, поэтому любое выражение себя имеет место быть. И я хочу напомнить всем нам, вам, я знаю, что мы проходим сейчас сложное достаточно время, хочется напомнить, что мы должны быть просто добрее друг к другу, более снисходительными друг к другу и разрешать другим делать ошибки, потому что только ошибки нас учат, только своим собственным примером мы можем показать другим, как важно не осуждать других и дать свободу выражения себя и своих мыслей, эмоций и чувств. А вот мне уже скоро будет под 29 лет, то есть я уже подхожу к своим 30 годам, и я только сейчас начинаю узнавать о себе. А почему я не узнавала о себе раньше? Вопрос я себе задаю. Ну, возможно, я была молодая, взбалмошная, мне было не было времени для того, чтобы там заниматься каким-то самосознанием. А возможно, просто когда я жила в России, я не задумывалась о себе как о личности. Хотя всегда было четкое выражение себя, я вроде бы чувствовала этот внутренний стержень, но я просто не занималась, как мне казалось, этой шелухой, спрашивая себе, какой у меня любимый цвет, что я люблю, как мне хочется, не знаю, приготовить свой кофе. Какие-то вот такие детали жизни, которые я себе не спрашивала. Мне кажется, опять-таки, все сходит к одному и той же теме, что ты боишься осуждения и боишься, а вдруг, если мне нравится, я не знаю, кофе с кокосовым молоком, и я закажу его в ресторане, то на меня как-то так посмотрят, как-то, что я там какой-то странный или еще что-то. В последнее время, надо сказать, что пошел даже в Америке небольшой перекос, когда здесь уже все странное, это становится обычным, вот, и быть нормальным, так скажем, ну, как нормальным восприятие русского человека человеком здесь, это уже быть каким-то нестандартным, то есть уже все пошло в обратную сторону, вот, но еще раз, как цель всего этого видео, что не забывайте, что мы можем заимствовать из других культур все лучшее из лучшего, и мы с вами, молодежь 21 века, которая... За нами будущее, и каким мы создадим сегодняшний день, таким будет наше будущее, таким будут наши дети. Поэтому очень важно, самое главное, начать себя со своих изменений, и только тогда нас ждет какое-то светлое будущее. Задумайтесь, что не нужно, не стоит терять ваше время, терпение и силы на осуждение других, когда вы можете эту энергию
просто-напросто воплотить и использовать для реализации своего светлого будущего и, конечно же, настоящего. Поэтому еще раз большое спасибо за просмотр этого видео. Очень бы хотелось узнать какие-то ваши мысли. Как вы думаете, в чем вот то самое качество, которое настолько по-разному развело жизнь наших двух стран, Америки и России? Да, буду очень сильно ждать всех ваших комментариев. Спасибо огромное за вашу подписку. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И я увижу вас в следующих видео.